Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Синицын, я живу в городе Кирове, работаю в Почте России, мне 41 год. Я изучаю язык C-Sharp на сайте VideoSharp.info. В этом видео я покажу вам свою программу «Скорость на клавиатуре», которую я написал по видеокурсу «NanoSoft. Прикладные программы». Программа замеряет количество введенных символов, которые вводит пользователь. Если пользователь ошибается, получает красное поле. Какой мы имеем язык? Русский. Один символ в минуту. Неплохо. Так. По программе был сделан вот такой отчет. Соответственно, чему научился, что было сложным, какие-то комментарии, плюсы, минусы. На проекте нравится живое общение с участниками проекта. Вебинары посещаю, но пока в роли зрителя, ибо не успеваю за темпом игромистра. Следующий видеокурс предполагаю графоциклы. Наверное, вот из этих. С вами был Дмитрий Синицын с обзором своей программы «Скорость на клавиатуре». Оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание.